В результате закрытия «Русь-кино» своей работы лишатся несколько десятков человек. Об этом сообщает руководство развлекательного комплекса. Уже 1 октября Владимирский кинотеатр прекращает свою работу. На данный момент речь идет о временной приостановке деятельности. Как пояснили в администрации «Русь-кино», данная мера вынужденная и связана с прекращением показа фильмов в России ряда крупных зарубежных кинокомпаний. При этом сохранять штат сотрудников руководство кинотеатра не планирует. Несколько десятков. Конечно, весь персонал комплекса, вот именно что связано с кино, на данный момент будет, скорее всего, в поисках работы. Мы не можем существовать, учитывая маленькое количество людей, которые к нам приходят, потому что люди приходили в основном именно на фильмы таких компаний, как Warner Brothers, Universal, Walt Disney, Sony Pictures. Именно на них был упор всегда у всех киноплощадок нашей страны. Наше российское кино конкурировать с такими крупными прокатчиками пока не может. Напомним, ранее во времена коронавирусных ограничений развлекательный комплекс уже несколько раз приостанавливал свою работу. В то время за сотрудниками сохранялись рабочие места. Их отправляли в оплачиваемый отпуск. Кинотеатр вернулся в привычный режим работы, но ненадолго. Неизвестно, сможет ли кинотеатр оправиться от нового удара. До 30 сентября включительно все ранее распроданные подарочные сертификаты и приглашения гласительные билеты будут действительны, сообщили в руководстве «Русь-кино». Работаем мы до 30 сентября включительно, то есть 1 октября уже будет закрыта дверь, и, соответственно, попасть на кинопоказ будет нельзя. 30 сентября еще можно будет прийти на фильм. Даже вечером, потому что будет вечерний сеанс, там ужастик будет в прокате.